видео подготовлено каналом «Уроки ТВ» номер 2 из резервуара, в котором было 16 820 литров керосина. Керосин разлили в бочки по 192 литра в каждую. Сколько получилось полных бочек с керосином и сколько литров керосина осталось в резервуаре? Для этого мы 16 820 разделим на 192. Первое неполное делимое – 1682. Делим на 192, берем по 8. 8 умножить на 2 будет 16, 6 пишем 1 в уме. 8 на 9 – 72, плюс 1 – 73, пишем 3 и 7 в уме. 8 на 1 будет 8, прибавляем 7 – это 15. 12 отнять 6 будет 6, 7 отнять 3 – это 4, 6 отнять 5 – это 1. 146 – это наш остаток, сносим 0. 1460 – это наше второе неполное делимое. Делим на 192, берем по 7. 7 на 2 – 14, 4 пишем 1 в уме. 7 на 9 – 63, плюс 1 – 64, 4 пишем 6 в уме. 7 на 1 будет 7, и плюс 6 – это 13. 10 минус 4 – 6. 5 минус 4 – 1, и 4 минус 3 – 1. 116 – это остаток. Столько литров керосина осталось в резервуаре. Ответ: 87 полных бочек и 116 литров осталось в резервуаре. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.